Каспийске 22 июля прошел Всероссийский патриотический автопробег «За Родину, за народ России, за нашу победу» в поддержку солдат СВО. Организаторами выступило Каспийское местное отделение КПРФ под руководством заместителя председателя собрания депутатов Азы Алиевой. Отметим, что основной целью проведения подобных мероприятий является формирование в массовом сознании нашего народа веры в победу, необходимости единства российского общества, а также противодействие военной агрессии международного империализма против нашей Родины и освобождение Украины от неофашизма. Местом старта стал обелиск «Памятник скорбящей матери». На территории мемориала собрались представители госструктур. Они, в свою очередь, до начала автопробега возложили цветы в память погибших солдат, участников СВО. Маршрут акции охватил все главные улицы Каспийска.